22 декабря между коллективами Манчестер Сити и Кристал Пэлас на стадионе Этихад был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона английской премьер-лиги 2018-2019. Противостояние завершилось сенсационной волевой победой «Орлов». На 27-й минуте опорный немецкий полузащитник Илкай Гюндоган вывел горожан вперед, замкнув передачу Фабиана Делфа, счет 1-0. Через 6 минут Джефф Шлуп вновь сделал счет равным, 1-1. В следующей же атаке Андрос Таунсенд отметился забитым мячом, счет 1-2. В дебюте второй половины Лука Милевоевич удвоил преимущество «Орлов», счет 1-3. В конце матча плеймейкер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне забил гол престижа, счет 2-3. Голевую передачу на свой счет записал Бернарду Силва. Таким образом, Манчестер Сити потерпел второе поражение в чемпионате английской премьер-лиги и с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице. На 4 очка отставая от Ливерпуля, Кристал Пэлас поднялся на 14-ю строчку, 18 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примут Лестер Сити, а Орлы в тот же день сыграют с Кардиффом. Champions never die, through it we survive, and finally arrive. As the clock ticks, watch our elegance stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah. As the clock ticks, watch our elegance stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah.